За все время войны поселок Коммунаровка впервые попал под такой ожесточенный обстрел. С украинских позиций по населенному пункту террористы выпустили более десятка мин калибра 152 мм. В результате обстрела повреждения получили несколько жилых домов, детский сад, школа, повреждены линии электропередач, а также газопровод. Огнестрельное ранение получил мирный житель. В общем, ситуацию был обстрел, взрывной волной побило стекла в школе. И дело в том, что взрывная волна была слева, и справа. Вот, детский садик, крыша пострадала, до сих пор лежит. Вон у нас сад, с оттуда прилетело. Ночью. Где-то половина 11 начался вообще обстрел. Стреляли там. Стреляли вот там, слышно были взрывы. Но такое страшное первый раз. А так обычно где-то стреляют, слышишь, что как стреляют и все. Ну да. Ну там это, там такого не было. А в этот раз вот как-то они не знаю. И в центре села, там возле магазина, попал снаряд. И дальше по улице Октябрьской попал снаряд. Я в этой школе учусь, такого никогда не было, то первый раз. То, когда если только стреляли, то так просто, может, просто так трещины бывали. А так это только первый раз. Так, если только вообще по селу стреляли, то только по полям. Это первый раз, что попали так. Самая такая сильная атака в селе. Хотите, пожалуйста, можете туда пойти посмотреть, на что я там разбилась. Все. Глубину померил, рулетка ушла на 3 метра вниз. Во двор прилетел снаряд, по предварительным данным, 152 миллиметра, ну это я лично сам замерял, вот. Получается как отверстие в земле после снаряда, действительно 152 миллиметра, и как говорят, что фугасный снаряд, они зарываются в землю, а там уже взрывается. Вот здесь получается, он землю вынес во дворе, а за двором и на краю двора там он не осилил. За двором там осилил, но не намного, а на краю двора там не смог он осилить. Он просто приподнял чуть землю и все, разрушил, соответственно, маленькую там небольшую постройку. А вот, а вон выход. Вот это вот подняло все это дело. Я делал как раз, ну там по машине работал, и пуля попала мне в ногу. Наверное, это снайпер. Про минты это что такое? А вот здесь у нас есть фирма. Занимаются? Занимаются вывозом мусора, ну ЖКО, ЖКХ. Ну вызывали из Донецка специалиста, мне два коттектора поставил. Ну так нормально. Спасибо. Получается, мягкие ткани попала или?